Так, переехали мы, значит, с Пицунды в Новый Афон. Здесь еще будем 5 дней. Так, на машине вот мы приехали. Здесь отель, конечно, пошикарней. Цена такая же. До пляжа тоже, в принципе, идти. Покажем, сколько по времени. Ну, думаю, также минут 20. Так что просто поприличнее маленько. Плитки здесь нету. Минус, конечно. Есть своя столовая. Заказывать нужно заранее завтраки. Холодильник тоже общий. Есть напитки за денежку. И еще бассейн. Это вид сверху. Наш отель основной, а я снимаю со второго этажа, и дополнительный отель. Ну, номера говорят идентичные, что в том отеле, что в этом. Ну и здесь на втором этаже сушилка. Заходим к нам в номер. Такая комнатка, внизу кафель, телевизор, кондиционер. Шкафчик, душ, санузел. Ну что, выдвигаемся с нашего отеля, улица Братьев Джинджоли, 44, на пляж. Посмотрим, что здесь за пляж и сколько до него идти. Это, конечно, тоже не центр Нового Афона. До центра, до Нового Афона 3,5 километра. Да. Вот такая здесь дорога. Ну, дальше асфальт вроде. Сразу продукты есть, магазин. Прям не отходя от отеля. Потом посмотрим, что здесь у нас есть и сколько стоит. Как и во всей Абхазии, присутствуют на дорогах коровьи лепешки. Вот они сами коровы. Горы здесь уже не как в Пицунде. Сразу и вообще сам Новый Афон, он весь холмистый. То есть к пляжу мы будем спускаться с горки, а на пля... а домой будем с пляжа идти в горку. Ну, вон оно, да, и в Лазаревском также жили, да, ничего страшного. Так, ну вот мы дошли уже до железной дороги. Сколько, 5 минут идем, да? 5 минут. Сейчас нам нужно идти в сторону вокзала. Так, а вот он и вокзал Нового Афона. Посмотрели налево, посмотрели направо. Я по этому перрону пойду, вокзал сниму. Вокзал, кстати, тоже заброшенный. Так, поезда, может быть, останавливаются на Новом Афоне, которые идут до Сухума. Сухумское шоссе.
по которому мы приехали. Я понимаю, идем до пешеходного перехода, да? Нету здесь подземного перехода, идем до пешеходного перехода. Какой-то замок, замок какой-то. Что за замок, кто знает? Никто мне не ответил, все, видимо, устали уже от переезда с Пицунды в новый Афон. Йокалэмэне, красное и белое здесь присутствует. Так, а отель, ой, а замок кто-то, оказывается, у нас подсказали, это какой-то отель. Так, вокзал. Со стороны моря уже. Горы. Так же, как и во всей Абхазии, собаки кругом бездомные. Может, они и домашние, но бегают везде, сытые, ухоженные, и все породистые. Ну вот они, волнорезы в новом Афоне. Ну, а море-то чистенькое. Блин, и опять волна, да? В Пицунде тоже волна такая была, сколько там отдыхали, жарко. Но волна присутствовала. Два дня была штиль последний, вот когда мы уезжали. А так сегодня тоже 26 градусов. Мы днем 20 будет. Да, а пляжики-то здесь так себе. Раздевалочки. Все видно. Так, а что у нас тут присутствует где-то умывалочка? Ополаскиваться. Пока я не вижу. Где-то есть. Ну, что я могу сказать, от отеля до моря у нас заняло 12 минут. В принципе, недалеко. Водичка чистенькая. Присутствуют волнорезы, конечно, портят вид. Ну, можно с них понырять зато. Грязь-то, конечно, есть. Понятно, прибило. Прибило, прибило, прибило. Ветра. На самих, на самом пляже грязи нет. Так, ребята, это у нас уже следующий день. Решил снять еще другой пляж, более культурный, более, как скажем, покомфортней для отдыха и купания. Вчера был пляж у нас самый ближний от отеля. До него мы шли 12 минут. Здесь уже пляжи у нас и пошире. И лежаков побольше, там вообще-то лежаков вообще не было. Так, вот такие вот у нас, скажем так, зонтики. Прибрежная полоса пошире. Волнорезы тоже присутствуют, но маленькие. О, опять собаки, ну кругом собаки. Ой. А так мы сегодня просто решили по новому Афону прогуляться, так как обещают кратковременный дождик. Ну, вечером, может, искупаемся. Сейчас просто пляж покажу. Такие пальмы мощные. Но где мы были на первом пляже, там раздевалка есть одна. Но помыться водой нет. А здесь, кстати, есть вон водичка. И передевалочки тоже под пальмами. Ну и ой. Дальше вот тоже передевалочка. Так, сейчас спустимся до водички. Вот такие лежачки тут прикольные. Кафешечка есть. Передевалка. Тоже у ноги там помыть можно. Пресной воды. От соли, так скажем, отмыться. Ну, до этого пляжа уже идти где-то 15 минут. На 3 минуты потратить лишних. Более приличный пляж. Более-менее. Опять же, волна небольшая присутствует.
большие волнорезики. Ну, вывод такой. Значит, пляжи в Новом Афоне тоже нормальные. Купаться можно, водичка чистенькая. Но, конечно, в Пицунте вода действительно гораздо чище, такая прям насыщенная, бирюзовая. И вообще Новый Афон, в принципе, уже, если сравнивать с Пицунтой, похож на Гагру, где более оживленно. Можно вечером прогуляться. Много достопримечательностей. Что мы сейчас и в данный момент делаем, да, Светлана Борисовна? Что делаем? Идем гуляем по Новому Афону. Пойдем все посмотрим. Все, спасибо за просмотр. Пока. Вон мне там еще машут наши дети. Все, пока. Маленько не удержался. Все поснимаем. Новый Афон, он вообще прям весь в таких огромных пальмах. Ну и, наверное, все-таки центральный пляж тоже надо показать будет. Так что как было так. Так, ну вот мы дошли до центра Нового Афона. Потом мы, конечно, пойдем посмотрим монастырь, крепость. Ну, в принципе, центральный пляж также оборудован всем, что нужно для комфортного отдыха. И здесь такой еще паром. Не так-то и далеко, в принципе-то, идти до центра. Мы-то переживали, что будет далеко до центра идти. Отель наш находится. Так, где там отель, как замок-то, я говорил, возле вокзала. Так, вот он, тот отель, где мы первый раз купались вчера. До него 12 минут шли, а до центра мы дошли за 30 минут. И все в доступности. Все в доступности. Сейчас покажу. Новоафонский монастырь. Потом пойдем ту вон крепость. Все, всем пока. Спасибо за просмотр.